Дорогие мои коллеги, если бы Лев Семенович Выгодский, перенесшись через время, оказался в нашей с вами аудитории, то он бы увидел до боли и до радости знакомую ситуацию. Он поглядел бы на Россию, он поглядел бы на мир и спокойно сказал: «Все в порядке, опять кризис». И именно эти слова точно отражают то, что было написано в 1926 году. В 1926 году вышла эпохальная работа Выгодского «Исторический смысл психологического кризиса», в которой Выгодский постарался определить основные тренды развития, и тут я делаю паузу, психологии, нет, неправда, мышление об эволюции человека и животных в природе и обществе. Это главный и ключевой акцент. Концепция Выгодского, и не случайно наши сегодняшние встречи и программа названа следующим образом, взгляните все названия программы: «Разум в обществе». И далее следует культурно-деятельностный поворот или тренд. Это не случайное название, потому что Выгодский прежде всего работал с разными оппонентными кругами в эволюционной парадигме. Эти оппонентные круги – это, конечно же, и Пьер Жанне, это Жан Пиаже, это Леви Брюль, это Дюркгейм. Я мог бы продолжать и продолжать этот ряд, но особенно хочу выделить таких наших эволюционистов, как Северцев, основателя биопсихологии Владимира Александровича Вагнера. Я говорю это не случайно. Выгодский был одним из тех, и делаю этот акцент, кто как никогда способствовал рефлексии творческой эволюции разума. Говоря термин «творческая эволюция», я повторяю название книги, на которой ориентировались и Выгодский, и Пиаже. Это книга Анри Бергсона «Творческая эволюция». Эта работа задала новую логику понимания мира. Работа по эволюции. Поэтому сегодня, что бы мы ни делали, мы работаем, рассматривая феноменологию Выгодского в контексте эволюционной эпистемиологии. И если перепрыгнем через года, то увидим, во Франции появляется в свое время центр генетической эпистемиологии Жана Пиаже. Во Франции в 70-м году появляется уникальный центр исследования сложности Морена, то есть сложности мира. Эти работы четко говорят, как и целый ряд работ, что конструктивная эпистемиология, конструктивизм, неважно, Ром Харе это или другие, но это то, что шло и было связано с работами Выгодского, Пиаже, Жанне, сэра Фредерика Бартлета и других. Именно в этой ситуации мы позволили себе нагло назвать нашу программу так, как она называется. Не разум в мозге, не разум в брейне, а разум в обществе. Почему? Перевожу: разум в социальной сети, разум в интеллектуальной сети. И именно интеллектуальная и социальная сеть сегодня являются, если угодно, той средой, в которой произрастает разум. Говоря об этой революции, используя слово «тренд»,
обращаю внимание на блестящие работы нашего философа Эриха Соловьева. Эрих Соловьев в своей книге «Как историк и философ. Прошлое толкует нас» писал замечательные вещи. Он говорил следующее, и я это рискну процитировать, но для этого одену очки. Он говорил следующее. Существует особый феномен, феномен вечного современника. Услышьте эти слова. Парадокс вечного современника. Почему сегодня Выгодский наш вечный современник? Почему Пиаже вечный современник? Почему Николай Александрович Бернштейн вечный современник? И Мишель Фуко наш вечный современник? Да потому, что современники предлагают нам понять моральные переходы в критических ситуациях, переживаемых ситуациях. Эти ситуации, как подчеркивал Соловьев, могут быть стагнация, кризис, декаденс. Они могут быть триады, нашествие, далее резервация и варварство. Реформа, реформация, революция. И в них и Выгодский, и Бернштейн, и Пиаже подчеркивают вслед за Эрихом Соловьевым, показывают герменевтичность времени и выступают как современники моральных решений. Именно моральные решения предлагает нам Выгодский, выделяя проблемы, которые мы продолжаем решать сегодня. И поэтому он вечный современник, он всегда предлагает вечные проблемы. Именно поэтому взгляните на визуализацию реальности сегодня. 20 век – это век атома, и мы видим ключевые модели, когда визуально изображался атом. 21 век – куда не войдете, всюду брейн. Где не войдете, всюду мозг. Символом 20 века становится изображение мозга. Вы его найдете везде. Даже в самых, я бы сказал, экзотичных вещах и местах. Наконец, третья визуализация – это разум. Как визуализировать разум? Поток, лава книг о разумах в истории, филологии, философии, поверженный разум, критикуемый разум. Мы как-то говорим Канту «Привет, мы опять о разуме». Мы опять вместе с вами. И во всей этой ситуации возникает именно крайняя важность понимания того, что уходит статистическое восприятие времени и движения науки. Статистическое восприятие времени как стабильного дало свое видение рефлексии. Первое видение – мы пытались понять развитие науки через развитие научных школ. Это одно видение, в том числе школы Выгодского. Школа как общность. Но это видение меняется на смену видения научных школ как определенного группы, комьюнити. Появилось видение благодаря Куну и его книге «Структура научных революций через парадигмы». Причем в зрелых и незрелых науках. Но и это видение меняется. Я стою и остаюсь на позициях двух исследователей, а именно Имри, каждый раз по-разному, Лакатос, его понятие для анализа науки, научно-исследовательская программа, и Пиама Гайденко, исследовательская научная программа. Что в основе, когда мы рассматриваем, будь то это школа Мирхольда, будь то школа Эйзенштейна, будь то школа Выгодского, мы говорим, каждый из них в искусстве, в науке, в практике принес особую исследовательскую программу. Мы выходим за секты школ. И
переходим к программе. Программа бихевиоризма, программа когнитивизма – это более динамические реальности в динамическом времени. Но благодаря Иванову, о котором сегодня шла речь, в своей книге «Анализ Морсковско-Тартовской школы» он говорит следующие слова, и они для нас бесценны. Московско-Тартовская школа, школа Иванова-Лотмана, как движение, услышьте, не школа, как единица анализа, не парадигма, как единица анализа, и даже не исследовательская проблема. 21 век показывает справедливость Иванова. Сегодня возникает движение, как диалог оппонентных кругов. И это движение, как диалог оппонентных кругов, понятия, которые любили целый ряд авторов, в том числе Михаил Григорьевич Ярошевский, крайне важно, чтобы показать перпетум мобиля, что с нами происходит. И когда я говорю об этом движении, вновь обращаюсь к идее тренда, именно тренд, именно поворот, как динамическая характеристика времени. И в этом смысле цитирую, почему мы так назвали конгресс и почему он современен. Цитирую следующие книги, слова уже из работы Выгодского «Спиноза». Выгодский всегда мечтал написать в оппонентном кругу Декарт, Спиноза свою линию. Дискуссия Декарт-Спиноза шла через годы. И в этой книге, которая называется «Спиноза. Учение об эмоциях», Выгодский делает в буквальном смысле уникальную вещь. Он говорит, мы должны понять, мы на стороне Спинозы. Человек – причина самого себя. А не детерминация, а самодетерминация. И далее говорит, мы проспали, отождествляя Спинозу и Декарта следующее. Мы увидели простое преемственность там, где была революция духа. И отсюда название симпозиума. Там был переворот в прежней системе мышления. По сути дела, именно тогда возникает переворот в прежней системе мышления. Прав ли был Выгодский? Продолжается ли этот диалог? А этот диалог выходит за рамки и оппозиции. Психофизическая проблема, душа, материя. И этот диалог выходит за рамки оппозиции и более чем современный. В руках у меня яркое подтверждение современности, на которое Иванов указывает в своем предисловии. Это трилогия Антона Дамасия, который написал три книги. Первая книга «Ошибка Декарта», где он полностью говорит о том, что невозможно давать бинарную оппозицию «аффект и интеллект». Вспомните все работы Выгодского об единстве аффекта и интеллекта. И Демасия продолжает в книге «Ошибка Декарта», ее упоминает Иванов, что невозможно разделение разума и эмоций. Вторая его книга «Чувство происходящего. Тело, эмоции и созидание сознания». И, наконец, как будто в диалоге с Выгодским, третья книга. Название, обратите внимание, молю, в нем семантика, в нем радость, в нем мелодия. В поисках Спинозы радость, печаль и чувствующий мозг. Вот книга одного из ведущих нейробиологов и нейрокогнитивистов 20-21 века. И, наконец, буквально несколько лет назад выходит книга с игривым названием. Не могу перевести. «Self comes to mind». Ну, как бы сказать, игра в слов. «Я» приходит в голову и так далее, заглядывает. И далее. «Constructing the consciousness brain». К
конструирования сознающего мозга. То есть мы сталкиваемся с тем, вот он, диалог между Выготским, который выделил Спинозу, который сказал, человек – причина самого себя, и современными исследованиями. В ходе этого диалога мы должны четко понять, что сегодня психология, как в недавно вышедшей работе говорит Ром Харе, это главная тенденция интегрирования культурных и нейробиологических наук. Об этом говорит Ром Харе, и этот ход является абсолютно точным с моей позиции и правильным. И далее, как все перемешивается. Мы в другой реальности, чтобы ее вы почувствовали, показываю название еще одной книги. Pavlov's Dogs and Schrödinger's Cat. Собаки Павлова и кошки Шрёдингера. Мир меняется, он вертится, и Выготский задает логику движений. Каким становится этот мир? Новый мир имеет в науке следующие черты. Первое. Сегодняшний мир мыслится как сеть, социальная сеть, интеллектуальная сеть. Вспомните работы Капри о паутине, но это первый тезис. И Выготский все время говорил о развитии систем. Второй тезис, и к этому шел Выготский через идею культурных орудий, снятие дихотомий, а именно тех или бинарных оппозиций, о которых говорил Левит-Стросс. И вот по сути дела мы всегда в ловушке оппозиции душа-тело, сознание-мозг, и мы все время, как психологи, ищем дом для души, где она поселится. То селим ее в мозге, то селим ее еще где-то. А сегодняшние науки выходят за пределы и ищут другую реальность. Тем самым сегодня на первый план выходит снятие дихотомии nature, естественных и гуманитарных наук. Эта дихотомия снимается, и Выготский ценен снятием этой дихотомии. И не случайно мы говорим нейрокогнитология. Вслед за Лурией говорим нейропсихология, нейролингвистика. Вслед за Выготским говорим не физиологическая психология, а психологическая физиология. Он переворачивает все эти вещи. Следующий ход. Мир снимается, как размываются границы, и на первый план выходит сеть, и эти идеи прорываются через конструктивизм. Работы Выготского, Пиаже, Бахтина, Мартина Бубера, сегодня Джердена или Гергена. Вот эти работы четко показывают конструктивистскую логику как вектор будущего движения. Эволюция через конструктивизм. Следующий ход. В этом году для психологов случилось и многих других представителей наук неожиданное, незамеченное событие. Собрались наши братья-геологи в Африке. Ну, где геологам собираться? В Африке. И сделали Всемирный геологический конгресс, где они пришли к выводу, что появился новый слой на планете Земля – антропоцен. И вышел антропоценный фильм и так далее. Четко надо понять, что человек сегодня выступает как агент коэволюционного процесса. Выделение человека как агента коэволюции, а не только когнитивной эволюции, коэволюционного процесса невероятно важно. И отсюда субъективность входит в саму реальность. И отсюда мы движемся в этом направлении. Следующий момент современного сознания. Признание неопределенности как конституирующего фактора современности. От неопределенности можно бежать, и это одна стратегия, по которой идет психология совладания. Неопределенность можно использовать как источник развития, как креативный ресурс, как потенциал. И это другая стратегия. Следующий шаг современности. Сегодня
мир герменевтических эволюций. И сегодня, когда мы говорим об эволюции, надо на первый план выделять не только идеи дарвиновской эволюции, конфликтной эволюции, не только стабилизирующей эволюции, и это подчеркивал Выгодский Шмальгаузена, а идеи вариативной революции, неестественного отбора. Далее, еще одна характеристика науки. Наука идет не по модели конфликта или борьбы направлений, а на принципах коммуникативной толерантности, взаимопомощи, сотрудничества. Отсюда последний момент. Говоря о современности Выгодского, мы подчеркиваем, что взаимоотношения человека и природы рассматривается как диалог. Я имею в виду работы и Ильи Пригожина, и работы Никиты Моисеева, и работы по социобиологии. Особенно по теории Пригожина, его диалоги, его концепции неравновесных структур. Иными словами, вот эта логика, которая дает новые подходы к развитию разума, как никогда меняет реальность. И при всех этих изменениях реальности на первый план выходит новое понимание эволюции и места в психологии в современном мире. Говоря о новом понимании психологии в современном мире и ее месте, идя по логике той концепции аффекта, интеллекта и той концепции сознания, которую Выгодский назвал смысловая концепция сознания, что до боли всем низко, вырастающая еще из его работ по психологии искусства, говорю только следующее. Если нейрокогнитивисты исследуют процессы, которые основаны на предвидении, на экстраполяции, на антиципации, и говорят, на основе прошлого опыта можно предвидеть будущее. Это одна логика. Мы же в области гуманитарного познания, истории, слава богу, школы анналов, которые боролись за историю, слава богу, целого ряда интерпретационных систем социологии и феноменологической социологии, говорим следующее. Да, те или иные нейрокогнитивные системы могут предвидеть ожидаемое, но в отличие от них, сознание и разум – это орган ожидания непредвидимого. Услышьте это, пожалуйста. Сознание как орган ожидания непредвидимого, того, что нельзя вычислить, вероятностно прогнозировать. И тогда мы говорим, говоря вслед за Выгодским, в качестве эволюционного механизма развития выступает саморазвитие системы, чувствительность к изменениям, до того, как эти изменения произошли. И тогда, продолжая логику и Выгодского, и Бертсона, мы заявляем следующее. Ключевой вектор эволюции – персонификация, стремление к росту разнообразия. Эволюция идет по пути к точке омега, Шарден, к персонификации, когда субъект становится ключевым моментом, агентом тех или иных изменений. И тогда главная задача сегодня – это кооперация психологии со стремительно развивающимися науками о ментальности, среди которых приоритет истории, смотрите работы Филиппа Ариеса, и науки нейрокогнитивные, взаимное обогащение друг другом. И, наконец, психологи вы мои, у нас с вами комплекс неполноценности благодаря Фехнеру. Когда мы все время говорим, строй мир по образу и подобию точных наук. Нет и еще раз нет. Комплекс неполноценности, он, конечно, двигатель истории. Но мы должны сегодня понять и другое. Смотрите работы Пенроуза. Смотрите работы по квантовой психологии, сегодня физики.
Биологи, математики хотят найти сознание аж в квантовой природе жизни. То есть происходит другое. Я не говорю ласково, кто кому завидует, тот того и любит. Но вместе с тем происходит другое. Когда науки делятся на living science, social science, ментальные науки, поведенческие науки, психологию, гуманитарные науки, сегодня здесь, продолжая логику Выгодского, говорю, что мы должны понять, что психология меняет свое место. Психология – одна из наук о жизни, человек, развитие человека в природе и обществе. Главная задача психологии – это ее позиционирование как науки о развитии, устойчивости и вариативности сложных систем. Это логика, которая снимает оппозиции аффекта и интеллекта. Это та логика, которая говорит, показываю книгу Верча, «Mind as action» – «Разум как действие». И это логика, которая приводит нас к очень простой и важной вещи. В старом споре, в великом споре между Евангелием и Гёте кто-то говорил, в начале было слово. Наглый Гёте ответил, в начале было, весь деятельностный подход запрыгал от радости, в начале было дело, а после пришел Лев Семенович Выгодский, не хочу сказать, что выгнал и Гёте, и других из лесу, а сказал совершенно другое. Он сказал, на любое действие накладывается печать воли свободного человека. И мы бы хотели в краткой формуле, пишет он в работе «Орудие и знак в развитии ребенка», сказать, если в начале развития стоит дело, независимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее действие человека свободным. Поэтому психология Выгодского, психология свободы, психология преодоления и психология овладения своим «я», какие бы ветры варварства не появлялись в нашем бурном, неспокойном, но блистательно интересном времени. Спасибо.